Первый вопрос войдет. Во-первых, что такое, потому что она непосредственно что, автор песен, сама исполнительница, преподаватель по вокалу, может ли она рассказать, что такое artist development для нее? So the first question would be, since you're an artist, a songwriter, a life and vocal coach, could you expand on what artist development is really about? Definitely. It's helping artists discover who they are. Задача помочь артистам познать, кто они сами. And what matters to them. И что важно для них. So what you're sharing in the world is who you are. Вы делитесь миром тем, кем вы сами являетесь. In the special and unique way you want to share. Каким-то отдельным особым образом вы именно этим хотите поделиться? So helping an artist discover their musical recipe. То есть я помогаю артистам помочь найти свой собственный музыкальный рецепт. And I think of it like a recipe, like cooking. Да, я воспринимаю это как рецепт для того, чтобы что-то приготовить, как на кухне. Food all over the world is actually the same. Еда во всем мире, в принципе, довольно похожа. A pancake is a crepe. Панкейки по-французски, да, есть французские блинчики. Is a tortilla. Есть тортильи в Мексике. Is an Indian naan. I don't really know that. Это индийский хлеб, но... Yeah. What do you have in Russia? Блины! There's been an entire chorus saying блины. Hey, you just got me very excited. I love caviar. Да, я очень люблю икру, поэтому я предвкушаю встречу с вами. Which is like roe in sushi. Да, особенно сырую икру в суши. So... The food is actually all the same, but the spices and the style of cooking it is different. Еда примерно одинаковая всегда, но есть специи, есть способ приготовления, они отличаются. So as a musician, what we want to discover are all the flavors that you truly like, so you can make a recipe that is uniquely yours. Поэтому музыкантам важно найти те вкусы, которые нравятся именно им, чтобы иметь возможность их смешивать и доносить до своей аудитории. And then it's also everything you do needs to be under the umbrella of your authenticity and your integrity. Также все, что вы делаете и производите, должно быть объединено неким зонтом вашей настоящести, аутентичности, искренности. So as you explore and discover who you are, the choices become very clear. What song to sing, what words you would want to say, what outfit you want to wear, because it's coming from you. Так что в процессе того, как вы познаете себя как артиста, ваши решения, которые вы будете принимать, становятся довольно очевидными. Что вы будете петь музыкально, какие тексты будут в ваших песнях, что вы собираетесь надеть, потому что вы уже знаете себя и понимаете, что вам близко. So it's a lot of tools and experiences to discover, to explore that. Так что есть ряд опытов, да, которые вы можете получить, ряд инструментов, которыми вы можете овладеть для того, чтобы понять свою внутреннюю сущность. And I think of it like a dartboard. Я воспринимаю это как доску для игры в дартс. As an artist, you get on the board at some point. В какой-то момент. В какой-то момент вы, как артист, начинаете попадать в эту доску. And then you keep moving closer to the bullseye of who you are, your style, your attitude, your point of view. И чем дольше вы тренируетесь, тем точнее вы попадаете в тот центр доски для дартса, когда вы понимаете, кто вы, в каком стиле вы хотите что-то исполнять, какие слова вы хотите употреблять. And when you're really close to the bullseye, I mean, just like that, at number 10, right, before the bullseye, that's when everything gets very exciting. Success and different opportunities, because everyone can see and feel how real it is. Когда вы приближаетесь где-то к десяточке, вот тогда становится по-настоящему интересно, потому что все вокруг точно могут понять, кто вы, как вы себя преподносите этому миру.
And you spend your entire life as an artist, just going deeper inside the bullseye. И по сути все всю жизнь артисты именно этим занимаются, попытками дойти до центра осознания себя самого. So many people have questions like, what should I do? What song should I sing? What style of music? У многих есть вопросы, что мне делать, какие песни выбирать, в каком стиле. And the answers really need to come from inside you. А ответ должен происходить из глубины вашей души. So I help you discover those answers. Так что я надеюсь, что эти ответы вы найдете, сможете найти.